Привет, друзья! Это «Двое на кухне, считая кота». Я Борис Волков, и в гостях у нас сегодня драматург, режиссер, актер Иван Воропаев. Иван, здравствуйте, очень рад вас видеть. Здрасте. Принимать у нас на кухне. Иван Воропаев – лауреат множества российских и зарубежных премий, актер, режиссер и, конечно же, драматург. Спектакли по его пьесам поставлены в России, Польше, Германии, Англии, Канаде, США и других странах. Иван Воропаев родился в 1974 году в Иркутске, закончил Иркутское театральное училище. Работал актером в Магадане и на Камчатке. В 1998 году Иван основывает в Иркутске театр-студию «Пространство игры». В 2000-х переезжает в Москву, где сотрудничает с театром «Док», а с 2005 года с театром «Практика». Назначается сначала его арт-директором, а в 2013 году и художественным руководителем. Помогает ему стать одним из главных театральных явлений новой эпохи. Все это время Иван Воропаев параллельно играет, пишет пьесы и сценарии, ставит спектакли и снимает кино. Широкое признание приходит с спектаклем «Кислород», который получает «Золотую маску». В 2009 году Иван Воропаев признается лучшим драматургом Германии, а в 2010-м – «Человеком года» в Польше. Найдут своего зрителя фильмы Ивана Воропаева «Эйфория» и «Танец Дели», спектакли «Валентина в день», «Сны», «Пьяные», «Юля» и другие будут выходить в самых разных театрах. В 2015 году состоится премьера спектакля «Иллюзии» в МХТ имени Чехова. На киноэкраны выйдет фильм Ивана Воропаева «Спасение», а в уже почти родном театре «Практика», празднующем десятилетие, Иван Воропаев по собственной пьесе поставит «Невыносимо долгие объятия». Тогда же Иван отойдет от должности художественного руководителя театра, чтобы сконцентрироваться на написании новых пьес. Иван Воропаев женат на польской актрисе Каролине Грушке и живет попеременно в России и Польше. Осень 2015-го выдается какой-то просто очень у вас насыщенный. Три театральные премьеры, кинопремьера громкая, еще и 10 лет театра «Практика». Вот в каком тонусе, в каком состоянии вы сейчас вот эту осень провели? Все как-то так сложилось, что в один и тот же, ну чуть ли не месяц, ну в два месяца, в сентябрь и начало октября захватывается. Ну, бывает такое, да, не часто, но бывает. Вот 10 лет театра так или иначе, наверное, как-то это наталкивает на какие-то вот, если не размышления, как слово патетическое, то, по крайней мере, какие-то мысли и ощущения по поводу того, что ну, что-то сделалось. Знаете, у испанцев есть такое выражение «algo se hizo». Это значит, что ну, что-то у нас получилось. Вот такое есть чувство? Ну, для нас это, безусловно, юбилей, и для наших зрителей это юбилей. Потому что у нас за эти годы... Театр «Практика» — это театр зрителей. То есть все, кто к нам приходит из разных театров, наши коллеги говорят, что у нас, в общем, самое потрясающее в нашем театре — это зрители. Ну, действительно, к нам ходит ну, цвет нашего общества. Да? И студенты, и взрослые люди, и совершенно разных социальных слоев. Но люди, которые идут за каким-то таким чувственным познанием мира, познанием самого себя, культуры. И это, конечно, какое-то ну, действительно уникальное место. У нас небольшой театр, это небольшой театр, не маленькое количество зрителей, но поскольку мы играем много, мы играем часто, то у нас очень большая сменяемость. То есть люди к нам приходят, и зачастую просто приходят к нам, например, кинорежиссеры, не знаю, там, Валерий Тодоровский, еще кто-то, и смотрит на актеров, то есть выбирает актеров, молодых и так далее. Поэтому к нам большая очередь актеров на кастинг, потому что знают, что здесь возможность вот показаться, да, что туда приходят разные люди, критики, тебя могут заметить. Мы не ставим себе целью предоставления работы всем окружающим. Мы надеемся, что к нам приходят за творчеством, а не за карьерой. Но такой момент тоже есть. А вы сталкивались с тем, что приходили какие-то актеры, режиссеры, потому что хотели поработать конкретно с вами? Ну, вот из-за того, что вот там Иван Воропаев. Нет, ну к нам приходит все время. Вот все время есть так, что мне каждый, буквально без привлечения, каждый день мне пишут на Facebook или там где-то, что «Иван, как там с вами поработать?» Или вдруг я прихожу всегда на работу, и кто-то стоит и ждет меня там во дворе и говорит «давайте». Я вот актер такой-то, вот давайте мы сейчас поработаем. Проблема заключается в том, что в нашем театре, во-первых, нет труппы, то есть мы не набираем. У нас на каждый проект идет отдельный набор. А вторая проблема в том, что я сам лично ставлю очень редко. То есть вот сейчас такая осень выдалась. До этого я в прошлом сезоне у меня не было премьеры. То есть я Но практически... идут другие спектакли, которые вы ставили, которые они просто идут да. из сезона в сезон. Да, но я, например, сейчас вот сделал спектакль, сейчас вот премьера была.
А когда я сделаю в этом театре следующий спектакль, я думаю, через года два, потому что у меня уже есть контракты, договора вот в других театрах, я сейчас в Польше, в частности. Поэтому ко мне в спектакль очень трудно попасть. У меня там 2-3 актера. Угу. Как правило, я работаю с одними и теми же людьми. Я кастинг не провожу. Ну, как бы вот поэтому... Ну, мне все равно, конечно, мне приятно, что люди хотят как-то со мной сотрудничать, значит, им что-то там откликается и так далее. Это всегда здорово. Где-то есть мой настоящий дом, а путь — это тоска по этому дому. И это ниточка, связывающая меня и этот дом. Я держу в руке один конец этой нитки, а другой конец уходит в темноту и неизвестность. Но я должна идти по этой нитке в эту неизвестность, потому что единственное, для чего я родилась в этом мире, это для того, чтобы вернуться домой. Этот театр, я так понимаю, что все-таки одним из своих условий ставит все-таки то, чтобы люди были заинтересованы не просто играть, а чтобы они были заинтересованы что-то нести зрителю, так как с одной из миссий театра, я так понимаю, является все-таки какая-то трансляция каких-то идей, которые помогают людям развиваться. Поправьте, если я не прав. Нет, да, я вообще думаю, что так всякое дело должно быть, не только театр. То есть, в принципе, я представляю себе жизнь как просто такой процесс развития. Ну, я ничего не знаю, что еще можно делать в мире, чем кроме заниматься, как кроме как развиваться. Но, по сути говоря, это просто и есть эволюция. Мы родились, и мы начинаем развиваться. Ходить учимся, писать, читать. А я правильно понимаю, что в этой системе координат существует вопрос «а зачем?» Это интересный вопрос. Это очень хороший вопрос. Это здорово, что вы так спрашиваете. Это действительно хороший вопрос. И на него есть два ответа. Значит, один ответ глобальный – «незачем». Нет, никакой цели нет, просто само развитие и есть цель. Ну, то есть, грубо говоря, там, для чего ребенок вначале лежал, а потом стал ходить? Ну, он пошел, чтобы ходить. Зачем? Ну, точно ведь не для того, чтобы на работу рано или поздно прийти. То есть тогда можно спросить, а зачем работать, ну, зарабатывать деньги. Ну, а зачем деньги и так далее? То есть, чтобы жить, ответ. И это такой ответ общий. Не зачем, чтобы жить. Такова жизнь. А второй ответ, он будет лежать в плоскости такой, так сказать, первый он квантовый такой ответ, а второй назовем его ньютоновский. То есть он будет лежать в причинно-следственном таком диапазоне. И для того, чтобы выполнить свое предназначение человеку. То есть в человеке заложен какой-то потенциал. Ну, как в семени заложен потенциал дерева, в нем заложен потенциал. И, по сути, он не может быть никем иным, чем в нем заложено. Но он может быть хорошим деревом, ну, условно говоря, деревом растущим, цветущим, дающим радость, зеленым, а может быть скрюченным, засохшим и так далее. С точки зрения, опять же, Вселенной, и скрюченное, и зеленое, оно одинаковое. То есть ничего плохого в скрюченном дереве нет. Но самому дереву прекрасно, когда он полноценно расцветает. И также человек, когда человек полностью реализует внутри себя самого, он становится счастливым. Для счастья ответ второй. Первый раз в жизни мне вдруг не хочется говорить о том, чем я занимаюсь. Внешний мир является некоторой проблемой. Внутренний мир и внешний мир – это одно и то же. Ты знаешь, что самое удивительное? Ты знаешь, что самое удивительное? Иван, смотрите, вот мы сейчас говорим, там, заказал спектакль, театр в Польше, МХАТ. Постановки в практике, ваши спектакли в Германии. Вы популярный режиссер в Европе. Вы встречаетесь с Михаилом Барышниковым в Нью-Йорке и обсуждаете с ним судьбы мирового театра. Ну, я это так условно, да, назову. Ну, то есть, вот, и этот путь, да, вот просто актера в Иркутске, как вы думаете, за счет чего это вот вообще вот это все случилось, вот это чудо? Вот вы так ставите, с такой перспективы смотрите, а я думаю, с перспективы, так, мои пьесы никто не понимает,
Конечно, тот театр, которым я хочу заниматься, у меня не случается. Фильмы, которые я хочу снимать, я не снимаю. Действительно, единственное, что вот меня радует, что мне удалось в этой жизни пока что, на сегодняшний день повезло заниматься тем, что мне нравится. Это действительно так. Ну, то есть много чем я недоволен, своей работой, все, ну, мы все вот недовольны, но все-таки я утром иду на работу, ну, на службу в театр, и, в принципе, я понимаю, что мне это нравится. То есть я иду сейчас заниматься делом, я не иду с такой мыслью, что вот, Господи, зачем я туда иду, что это такое, когда же это такое. То есть это немало, то есть это немало, это достаточно много для человека. Вот. И если вы спросите, почему так случилось, я не знаю, я могу только сказать, что я говорю своим студентам и что я говорю своему сыну, которому сейчас 20 лет, будет скоро 21, и который заканчивает Щукинское училище театральное, то я говорю, что как бы мне кажется, что самое главное – это не позволять себе внутри себя делать каких-то компромиссов, думая, что вот сейчас я сделаю какой-то, ну, такой небольшой как бы компромисс, чтобы потом, ну, потом я как бы вот, вот сейчас мы вот там порнографию поснимаем, заработаем денег, а потом на эти деньги снимем большой, серьезный художественный фильм. Вот этот фильм художественный, он может не случиться. То есть мне кажется, что человек должен максимально стараться слушать внутренний голос и даже рискнуть и пройти через трудности, но через то, что... Ну, и получается, иметь мужество, всегда следовать все-таки своему внутреннему голосу и вот быть честным с самим собой. Это очень трудно, потому что в словах это звучит как бы красиво, но на деле это трудно. Почему? Потому что... Особенно, например, в профессии актера, простите, которая очень зависимая. Да, да? Очень зависимая, и есть семьи, есть дети, есть... Я помню, что я был в Иркутске, когда жил... Мне было очень-очень тяжело. Это был, наверное, самые тяжелые годы в моей жизни, потому что я хотел делать то, что я хотел делать. Вокруг среда совершенно этого не хотела, не принимала. И там мы делали театр, это никому не было нужно. И мы были людьми совершенно неизвестными. И когда там известный какой-нибудь директор театра местного там, или там какой-нибудь большой актер там, местного театра, он там скептически про тебя говорит, а ты молодой человек, и тебя не поддерживают, то ты же, конечно, сомневаешься. Потому что если сейчас кто-то говорит скептически, я могу сказать, ну, у меня есть зрители, у меня есть какое-то другое доказательство этому. Как важно сегодня старшему поколению поддерживать молодых. Я думаю, что самое главное, что человек может сделать, если он не подлец, это как бы, конечно, поддерживать молодых. Если даже ему не нравится, если он видит, что ему непонятно, или молодой человек делает то, что ему кажется с его искусством, ну, несовместимо, я бы все-таки приберег свое эго. И как-то, потому что я, например, особенно благодарен там, Вячеславу Севовичу Кокорину, своему мастеру, который смотрел на мои спектакли, которые были несовершенны. Ну что, первые спектакли всегда такие. И который как бы не подчеркивал свое величие на фоне моего невеличия, а помогал. Я очень благодарен другим известным уже режиссерам и актерам, там, Каме Мироновичу Гинкасу, который приходил и на наши спектакли. И, конечно, с его точки зрения они, наверное, были там, ну, несовершенны, но подмечал то, что было в них ценного. Петр Анатольевич Фоменко, который приходил и подмечал то, что было ценного. И я знаю, ну, есть, и поэтому, когда я слышу, как сегодня старшие коллеги только и делают, что ругают и ворчат молодых, это недостойно, мне кажется. Молодых надо поддерживать. Потому что для, получается, человека творческого важна вот эта вера в себя, она как бы необходима, конечно, в первую конечно. очередь. Конечно, и да, молодой человек должен совершать ошибки. Все должны, все в этом мире человек имеет право на ошибку. Вот, это правда. То есть мы все должны дать человеку право на ошибку. А особенно молодому человеку, он обязан совершать ошибки. Писать о танце и не уметь танцевать – это хорошо прожитая чужая жизнь. Рассказ о танце и сам танец – это не одно и то же. Восхищаться танцем и танцевать – это не одно и то же. Танец Дели – это танец счастливого вегетарианца с куском свинины во рту. Сострадание. Вы сказали про вот этот вот сложный период в Иркутске, вот в тот момент, да, и я, собственно, когда задавал вопрос, я имел в виду, что, возможно, просто был какой-то такой, может, поворотный момент или какой-то щелчок или еще что-то, когда вы решили, вот, что нужно действовать, или вот что-то такое было, или это просто было такое поступательное развитие, вера в себя и
не соглашались на компромисс? Да нет, вот вы знаете, Борис, мы говорим как бы обо мне, но поскольку я здесь сижу, я герой передачи. А я, знаете, я себя уже много лет, я не ощущаю себя так отдельно я таким. Я вот думаю о целом таком пласте просто времени и поколений. То есть это вопрос целого поколения, потому что 98-й год, вот когда мы в Иркутске начали делать свою театральную, я организовал свою театральную студию, это не то, что я авторский театр, но это собралась и группа людей, и группа молодежи, которым просто хотелось говорить о чем-то. Ну, вы не представляете, мы прошли там 90-е годы, героин, страшная разруха, ну, ужасное время. И ни одной пьесы про это, никаких высказываний на эту тему. Все Лопеда и Вега в костюмах и усах, и в бакенбардах, не имеющие к реальности никакого отношения. А молодой человек, просто он хочет этого, и зритель, и режиссер, и драматург, он хочет высказываться, развиваться. И это произошло по всей стране, страна как будто бы проснулась. Вот. А дальше, ну, везение, трудолюбие, как сказать, ну, везение, тоже время, потому что мне тоже повезло, мне, Кириллу Серебренникову, Жене Гришковцу, это я называю такие фамилии, потому что повезло нам тем, что мы, там вот Лена Гремина, Миша Угаров, тем, что не было ничего, мы были первыми. То есть 2000 год начался с того, что современной российской драматургии как движение, как были отдельные какие-то драматурги, не было. Современного российского театра как такового не было. То есть была такая большая дыра, то есть такой перерыв между великим тем театром, который там закончился в 80-х годах, там, ну, большой российский театр. И я сейчас никого, надеюсь, не обижаю. И были, конечно, всегда художники. Петр Иванович Фоменко, Кама Гинкас, ну, индивидуальные. Но в целом, вот как такое направление, да, ну, общее. Его как будто была такая некая пустота и в кинематографе. И вдруг вот заявилось, породилось что-то новое. И тогда на этом фоне вот появилось очень много новых художников. Сегодня вот поколению новому ему сложнее, потому что уже Гоголь-центр открыт, Гришковец уже есть, а вот теперь как бы ничем новым таким потенциально удивить трудно, и приходится удивлять только качеством, потому что нам прощалось не качество. Мы могли сделать не очень что-то хороший спектакль, но поскольку вот это в контексте, ну, вообще нового, то как бы к этому привлекалось внимание, что, с одной стороны, сослужило нам медвежью услугу, потому что мы иногда пренебрегали качеством, да, а с другой стороны, помогло вот как-то стать известными. А странно, вот если бы меня не было на свете, то где бы я была? В каком месте? Может быть, в том самом? Может быть, там же, где и все, кого не было на свете? Может быть, среди тех, кто еще не появился? Среди тех, кто еще не дышал кислородом, не оскорблял родителей, не делал аборты, не участвовал в акциях протеста и не богохульствовал? Может быть, я была бы там счастлива? Там, где нет кислородного голодания. Одной из ключевых идей многих ваших пьес, и не только, является вот, тема современного общества, так или иначе, потребления, не общества даже потребления, а отношение человека к этой жизни в ключе потребления и в том, чтобы брать, а не давать. И вы говорите о принципиальной важности вот того, чтобы давать, чтобы быть счастливым. Совершенно верно, да. Ну, отдавать очень трудно. Вообще жест отдать, он очень труден. Очень труден. Ну, как я должен с этим расстаться? Мне понятно движение, что я должен взять, приобрести, конечно. А теперь я должен расстаться. Как перейти от слов к делу, это очень трудно, потому что это физиологический процесс. Потому что когда мы говорим какому-то человеку «люби», вот ты должен любить, слышал, или там отпускай все, или там принимай все, то это, ну и что, как это сделать? То есть я хочу, окей, я хочу, это уже немало, я хочу, но как? Как это сделать? Как? Ну и вот этот вот момент, как, это и есть возможность, ну то есть это все-таки вопрос внутреннего такого расслабления глубинного расслабления. То есть не расслабление только на пляже, или не расслабление через сигарету или алкоголь, а где-то внутри себя вот такого глубинного расслабления энергии, которая очень сжата, то есть сжатость такая. И это расслабление, оно трудное в достижении.
А помогать друг другу расслаблять мы можем взаимно. То есть мы можем помогать друг другу расслаблять. А мы, в общем, чаще всего напрягаем друг друга. Напрягаем своих детей, напрягаем себя в очереди, напрягаем себя в машине, когда едем. Мы все время на этом напряжении. Поэтому отдавать в напряжении очень трудно. Отдавать можно только в расслаблении. Вообще отдача – это процесс, когда ты чуть-чуть расслабился. Знаете, как король, который получил удовольствие и сказал… Да подарите-ка ему еще один замок. Но и он так хорошо было, да, в этот момент. Он выпил вина, там девушка станцевала, и он бросил ей перстень золотой. Но когда он в напряжении, он сказал казнить, убрать его, отрубить ему голову. То есть вот это расположение, простое человеческое расположение друг к другу, вот это и служит нам раскрытием. Поэтому нам нужно смотреть друг на друга с возможностью располагать. То есть просто стараться все время помнить, что нам нужно друг друга располагать. В первую очередь вы все-таки драматург, человек, который пишет пьесы. Вот. Когда вы их пишете? В какой момент? Ох, я хотел бы только писать пьесы. Я действительно чувствую себя по-настоящему на своем месте, когда я пишу. Я даже, когда ставлю спектакль, я ощущаю, что я занимаюсь чем-то прикладным, потому что я думаю, я всегда ставлю спектакль с одной целью – взять пьесу и донести ее до зрителя. Ну, в смысле, я это делаю ради пьесы, не только своей. Если я ставлю чужую пьесу, я тоже так делаю. Вот. Я пишу в аэропорту, в самолете. Я умею писать… Нет, ну, есть разные пьесы. Есть пьесы, когда мне нужно немножко закрыться и аутентично так вот работать. А вообще… Например, две последние свои пьесы, которые мне самому кажутся лучшими моими пьесами, это вот «Невыносимо долгие объятия» и последняя пьеса, которую почти мало кто знает, «Солнечная линия», я написал в перелетах. Я прямо пишу, когда я выхожу из гостиницы и сажусь в машину, которая везет меня в аэропорт, я открываю ноутбук, надеваю наушники, и дальше вот я иду, пишу, на таможне я закрываю, сдаю ноутбук, открываю, дальше пишу, сижу, жду самолет, пью кофе, вхожу в самолет, пишу, когда он взлетает, переждаю, когда он взлетел, открываю, пишу, когда он садится, пишу. И таким образом, поскольку я все время провожу в самолете, я очень много летаю, у меня жена там где-то и так далее, и где-то еду, где-то сижу в кафе, пишу в наушниках, и я абсолютно гармоничен в этой ситуации. Но для этого нужно иметь все-таки некий уровень внутренней концентрации, не в том смысле, что именно вот напряжение, да, я говорю сейчас не об этом, чтобы не упустить тему, а именно настолько ее, знаете, контролировать просто вот все, что ты хочешь сказать, наоборот, вот это расслабление, что ты можешь это делать в любом месте и вот на протяжении вот так с перерывами, как бы с вот таким ритмом. Нужно войти в поток. Нужно как будто бы, то есть техника заключается в том, что в потоке у тебя нет делений. Я не делю писание пьесы и завтрак, я не отделяю это. Mm-hmm. То есть ты как бы завтракаешь, идешь в туалет и пишешь пьесу, это одно и то же. То есть у тебя просто меня, то есть ты должен, для этого тоже существует практика. Но нужно правильно начать свой день. Но я занимаюсь определенными практиками. И эти практики помогают мне, настраивать себя. То есть, правильно ли я понимаю, что вы говорите сейчас о йоге? Я занимаюсь йогой, так более сложной ее системой, вот, наверное, тантрической больше. И там просто в этот момент, есть еще периоды. Есть период под названием ретрит, что я часто делаю. Ты уходишь в какой-то период, где ты откладываешь свой телефон, откладываешь свой ноутбук, и там сколько-то дней ты посвящаешь это практике, питанию и так далее. Потом ты возвращаешься, и эта часть уже дает тебе дальше работать. То есть ты можешь... А дальше жизнь воспринимается действительно как поток. То есть ты пьешь чай, вот едешь на интервью, потом идешь, гуляешь с ребенком, пишешь пьесу и не разделяешь эти вещи. То есть я не... Вот сейчас я... Все, этот этап закончился, сейчас пьесу пишешь. Нет, ребенок и пьеса – это одно и то же. Потому что как бы тут ты так, а потом началась пьеса, потом ты закрыл ноутбук, потом ты съел что-то, потом ты поговорил, потом снова продолжилась пьеса. Но ты вот как бы идешь, живешь. Когда любишь, то всегда валяешься на полу, потому что земля уходит из-под ног. Здорово. А вот, например, пьеса «Dreamworks» у вас как написалась? А вот пьеса «Dreamworks» — одна из таких пьес, которую я написал сиди. Я написал вообще ее в джунглях. Я написал ее в Южной Америке, в Перу, когда я был в ретрите. Там у меня есть одна практика, я занимался ей, и месяц я жил в джунглях, и я там написал эту пьесу. Это был заказ для...
польского театра «Размайтощи». Такой в Польше есть момент. А вот это мне интересно, что значит заказ? То есть вам просят пьесу, не задавая никаких тематических там или каких-то рамок? Не задавая, но ну, театр обращается. Я много пишу на заказ, да я почти все пишу на заказ. Угу. Практически все. И это когда театр просто говорит, ну мы хотим, чтобы вы для нас написали пьесу. Дальше они уже не говорят. Иногда говорят, ну, там, не больше 5 актеров, допустим. Ага. Ну, какой театр, можно сказать, вот мы хотим, но мы не можем. Некие входящие? Да, ну, вот такие, да. Или, например, сейчас я пишу пьесу для Московского художественного театра и для конкретного режиссера Виктора Рыжакова, у которого была конкретная четкая тема. Он мне дал тему, он мне ее прям сформулировал. Но эта тема, которую он мне сформулировал, она мне очень близка, потому что, во-первых, и Витя мой друг, во-вторых, мы об этом говорим. Ну, как-то мы с ним это не раз обсуждали, он сказал, сделаем такой спектакль. Он мне озвучил тему, и там будут только мужчины играть. И мне это оказалось, это его идея, а не моя. Но эта идея его, но она стала моей, потому что она очень мне... Я действительно хочу написать такую пьесу, мне очень это близко. И вот я эту пьесу пишу, вот в таком ключе я работаю. Но вот то, о чем вы говорите, что вы практически всегда пишете на заказ, это говорит о том, что так или иначе, вы бы, естественно, понятно, все равно писали пьесы, но просто это уже, условно говоря, какой-то театр резервирует за собой право быть первым, чтобы поставить. Это очень историю. Удобно. Я очень благодарен судьбе, потому что это очень удобно. Это подстегивает все-таки стимул конечно. Постоянно писать, в тонусе да. быть. Хотя вот сейчас я написал пьесу недавно, просто написал, вот я не мог не написать, из меня вдруг вылилась пьеса, вот я просто у меня было причем очень много дел других, но я почувствовал, что вот пьеса постучалась ко мне внутри, и я должен ее написать. И я ее не мог даже задержать, этот поток, и я достаточно быстро ее написал, и очень лихо получилось. Она прям вот хотелось про так какую написать. Пьесу? Ну, я пока не буду ее называть, но вот есть новая пьеса. Есть, да. Есть что ждать. Самым неприятным было не ожидать. Потерял дочь. Звук, чтобы вы звучали во многих театрах, мы вас слышали и радовались и в театрах, и в кинотеатрах. Спасибо. Спасибо огромное вам. Спасибо, было большое. Очень интересно. Спасибо за разговор. У нас в гостях сегодня был Иван Воропаев. Счастливо. Двое на кухне, не считая кота. Всегда интересные гости.